те счастливчики, которые могут читать по-английски, вот хаосом можно целый год читать с утра. Такое настроение, Дживс и Вустер. Это так смешно, в фильме ничего от этого юмора не осталось. Ну, мне очень нравился Ленард Коэн, потому что красивые стихи, он не орал, как-то и приятно было. Одна песня мне нравится, Imogen Heap, The Embers of Love. Очень редко мне нравится какая-то песня, она прямо года на три встает в моей главной, все. Недавно посмотрел, фильм называется «Все, везде и сразу». Там китайская женщина, которая прачечная и которую щемят по налогам. И весь фильм на очень смешном, на потрясающе смешном ушу вообще. Это первый раз мне понравился фильм с ушу.